Вакцины получают и защитники Отечества. Более 70% личного состава регионального командования «Запад» получили вакцину от коронавирусной инфекции. Для проведения вакцинации в воинских частях Актауского, Актюбинского и Атрауского гарнизона организованы мобильные прививочные пункты. На сегодняшний день порядка 70% личного состава уже получили вакцину. Каких-либо побочных эффектов ни у кого не обнаружено. Самочувствие военнослужащих хорошее. Вакцину получают поэтапно, по подразделениям. За исключением лиц, которым по медицинским противопоказаниям не положена вакцинация.